Всем привет! С вами канал Отдыха и путешествий Фритидс Тур. Расскажу вам, как мы отдыхали на базе отдыха в Коблево. Называется база отдыха Парадайз. Мы здесь были бесплатно на одном спортивном мероприятии. Здесь есть номера различной комфортности, питание, цены на номера и питание. Можете посмотреть на сайте турбазы, который я размещу в описании внизу видео. Итак, Коблево находится в Николаевской области. В состав входит также курорт Коблево. На Черноморском побережье пансионаты и базы отдыха. Есть дельфинарии, аквапарки, кафе, рестораны. Коблево окружено виноградниками, часть расположена на берегу Терегульского лимана. Рядом винный завод Коблево. Расскажу вам о пляже. Пляж — мелкая галька с песком. Есть подмес пресной воды, поэтому вода, скажем, не очень бирюзового цвета получается на фото. Мелко. Как раз рассчитана на отдых с детьми. Вода теплая, была 28 градусов. Курортная зона Коблево образовалась в 60-х годах прошлого столетия с приходом молдавских и николаевских предприятий. Со временем этот пустынный берег стал цивилизованным, и взамен деревянных домиков выросли многоэтажные корпуса. Широко развернулась торговля, развилась сфера услуг и отдыха. На сегодняшний день по прибрежной полосе длиной 6 километров в сочетании с лесом расположены сотни пансионатов, баз отдыха, развлекательных учреждений. В 2010 году открыт киноконцертный комплекс «Миллениум», где выступают известные популярные певцы и группы. В 2012 году открылся аквапарк «Орбита» на территории туристической базы «Орбита». В 2013 открылся пляжный ресторан-клуб «Мама пляж». В 2014 дельфинарий «Немо» и была произведена реконструкция ночного клуба «Бразиль». Всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!